Мне приснилось опять, что я связанная моя жизнь с этим училищем, в которое я, оно огромное и жестокое, художественное училище имени Сурикова в Красноярске. Я не могу ничего, оно как Голиаф, а я слаб. Я постоянно мучаюсь, что я недостоин его, что я не могу справиться, что я не могу усидеть его. Это не раз, что у меня зрение. Один глаз расходится влево, потому что травмы сбили меня, и зрение не видит. Так вот, во сне я иду с винтовкой черного цвета, похожей на М16. Там точно непонятно, просто иду по серым улицам. Захожу в свою школу, бывшую 105-ю школу, которая сейчас уже не школа. И дальше начинается самое интересное. Я подхожу к входу в класс, там парты. Последняя парта. Я выбираю свободой воли, свободой выбора, выбираю сесть на самую последнюю парту в углу. Потому что в школе я все время сидел на первых партах, и это самое хуевое было для меня, потому что у меня, ну, зрение плохое, но, наверное, им похер было на то, что у меня зрение плохое. А потому что на последних парах сидели те, кто наиболее свободолюбив, и кто имеет право выбора, и кто более такой по жизни умный, и добился большего, и всего такого, и кто, ну, распиздяй. И тут я впервые в жизни делаю свободу выбора. Я сажусь не за свою парту эту ебаную, а за последнюю парту в углу. Я сажусь и кладу винтовку под парту. И я пришел раньше всех почему-то. И первый заходит в класс. Класс освещен таким желтоватым светом. Ну, как обычно. Вот. И заходит какой-то урод свиноподобный. Или кто? Говорит, ну чё, Санька, партой попутал что-то? Ну, типа, он офигел от того, что я впервые за все 10 лет учебы выбрал. Ну, то есть, представь, я не знаю, как описать, но просто это нереально. Это невероятно. И дальше я в него, а затем вот так вот кладу винтовку в рот, вставляю дуло так, чтобы направление было в мозг. Не в шею, чтобы выстрела, не в челюсть, а именно попало в мозг. Пуля прошла сквозь мозг мой. Осуждаю, не одобряю. И ногой... А, ну еще перед этим, после того, как я разрядил обойму, я перезаряжаю так, чтобы патронник стоял, и эту картридж вставляю и перезаряжаю, и затем на себя. И на этом сон заканчивается. Но я не одобряю, осуждаю. Вот это вот была свобода выбора, сесть на ту парту, на которую я захотел. То есть вот в чем дело. То есть даже выбрать, на какую парту сесть, у меня не было такой мысли в голове. Представляешь? Если бы я сейчас, допустим, пришел, ну вот, во сне в школу или в реальности, будучи ребенком, я бы пришел, сел на парту в самом дальнем углу, где сидят отморозки, распиздяи, охуевшие, и просто сидел бы вот так вот и смотрел. Он бы подошел ко мне, начал выебываться, я бы ему въебало дал, ну просто, или вцепился бы в него, начал сопротивление какое-то оказывать, какое угодно, он бы меня отпиздил там, но я бы уже сделал поступок. И у меня, кстати, в институте, в котором я учился один курс,
СИБГАУ, с Ульковского училища, ой, СИБГАУ, вообще такой случай был. Там было двоица гопников, может, их выебывались. Он вышел там просто прогуляться, там, чтобы не сидеть на уроке английского. Я вышел вслед за ним и просто стоял, ждал его, смотрел. Он подходит, я ему въебал. Он мне въебал еще сильнее и ушел в ахуе, ну, в класс. Затем я просто отмыл кровь, сел и просто смотрел на него, прямо на него. И они все проходили мимо и на меня смотрели. Он всем рассказал про мой поступок. И они все охуевали и смотрели просто молча на меня. И знаешь, что было дальше? Я думал, дальше меня будут пиздить бесконечно. А дальше он подошел первый, поздоровался и стал уважать меня. Самый мощный гопник, которого не... Самый из гопников, который самый авторитетный из всех. Но мне было настолько это все отвратительно в душе своей, что я не хочу с такими людьми учиться вообще, которым нужно пизды давать, чтобы... Или что-то там такое делать, чтобы тебя уважали. Вот в чем дело. Отнюдь я не гордился собой, и мне было это неприятно, мягко говоря, физически даже, в грудной клетке. Хотя он после этого даже зауважал меня. Не одобряю вообще, не одобряю. Да, это...